Ребята с первой ступени курса в тележурналистике школы ЮТВ, хоть и занимаются всего один месяц, но уже хорошо знают, что ведущий должен уметь красиво и правильно говорить, а значит, обладать хорошей дикцией. Чтобы этому научиться, для юных ведущих в школе ЮТВ есть предмет «Техника речи и ораторское искусство». Наша речь основана на дыхании. А как же правильно дышать, чтобы красиво говорить? Человек, когда вдыхает, он вдыхает грудной клеткой. Поднимаются у нас плечи, у нас грудная клетка расширяется, мы набираем воздух в легкие. Но, например, певцы, они абсолютно точно знают, чтобы максимально много взять воздуха, набрать в легкие, для того, чтобы можно было спеть очень длинную строчку, нужно освоить именно дыхание животом. Вот сейчас мы с вами будем пробовать это делать. Преподаватель-консультант Марина Войтюк не только рассказала, как правильно дышать, но и показала упражнения для тренировки дыхания. Резкий выдох. И начинаем делать. Раз, два, три, четыре. В конце занятия ребята делали упражнения, которые помогают разрабатывать дикцию. И, конечно же, они учили скороговорки. Ну куда без них? Но это не всем далось легко. Мы будем разговаривать и будем говорить так правильно и внятно, чтобы было всем понятно. На бобра из-за ели глазели, глаза газели. А то-то, графиня то-то не знает про то. Дали карапузу кукурузу. Шла Саша по Саше. Белый снег, белый мел, белый сахар тоже бел. От-то потоп. От У вечеров черепашков. Черепашков. Кушка кушонка купила капюшон. Говорю, попугай, попугай, я тебя попугаю. Галка села на забор, грандиозный разговор. Сорос, очень сорос, сейчас. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. За поселком у проселка поле пела перепелка. А на следующем занятии в школе ЮТВ под названием «Язык экрана» ребята перенеслись примерно на 80 лет назад, в момент, когда изобрели телевидение. И вот, друзья, мы с вами только что изобрели телевидение. У меня вот тут такой волшебный прибор есть. Я тут включаю видеокассету какую-то, там пленку, да, и вон там по всей стране люди смотрят. У них дома есть приемники, телевизоры. Мы только что это изобрели, как будто бы. И вот мы такие собрались и думаем, вот мы с вами придумали телевидение. А каким мы это телевидение сделаем? И тут ребятам пришлось задуматься, а каким же нужно сделать телевидение, чтобы зрителям было интересно и не скучно его смотреть. И вот что они решили. Мы считаем, телевидение должно быть хорошим, честным, познавательным, веселым, но и не слишком страшным. После этого юным телевизионщикам нужно было сравнить задуманное телевидение с передачами, которые они смотрят в настоящее время. Ребята выбрали 6 самых часто просматриваемых, по их мнению, и разобрали их по нескольким критериям. Познавательные передачи? Вот там что-то рассказывают, интересные вещи, да. Познавательное, плюсик поставим. Так, интересное? Ну, я думаю, что интересно, раз многие смотрят. Поучительная передача, например, «Где логика?». Хорошие передачи, там должны показывать информацию полезную. Передачи, которые плохие, которые ничему не учат. Такие передачи не надо смотреть, потому что они учат злу. 80 лет назад изобрели телевидение для того, чтобы люди учились чему-то. Увидимся совсем скоро на следующих занятиях в школе ЮТВ. До встречи!